Привет, вас, амигос. Гвоздем этого видео станет машинка RDF LT из коллекционного издания «Молния». Я на этом танке еще не ездил. Он только пришел в ангар. Еще командиров не менял. Ну, перков, я так понимаю, вообще пока что у меня не прокачано. Да, неважно. Вот, поэтому сейчас буду анализировать по поводу... Чисто на основе информации по поводу того, какое на танк ставить оборудование, какого сюда вешать, ставить оборудование, сажать оборудование и вешать командира. Вот, заодно посмотрим, что это за машина. Такая, честно говоря, информацию я уже немножко глянул. Был маленько в шоке, когда прочитал про бронирование этой колесницы смерти. Дело в том, что бронирование корпуса это 16-16-10, а бронирование башни 14-12-12. Ну, я подумал, наверное, что это, может быть, американские дюймы какие-то, а лучше дециметры, потому что цифры какие-то, ну, немножко вообще смешные. Однако нет, это миллиметры. То есть бронирование корпуса это 12-14 миллиметров, что, по сути, должно пробиваться вообще любым фугасом, протыкаться вилкой, не знаю, может быть, зубочисткой. Спичку, может, можно засунуть, ну, потому что, ну, это вообще ни о чем. И стало интересно сразу, что это за машина такая, с таким потрясающим бронированием. Оказалось, что это танк для сил быстрого развертывания. То есть американские морские котики высаживаются на побережье какой-нибудь Сомали и начинают склеивать этот танк из папье-маше, сука. Ну, потому что 14 миллиметров это как бы несколько газет, склеенных вместе. В общем, машина получается очень, видимо, хиленькая, да? При этом здоровье у нее, прочность она же 1,5 косаря. Я ее, пожалуй, буду сравнивать с другим ЛТ. У меня ЛТ вообще прокачанная только до 5 уровня, поэтому придется сравнивать с ВФМ, который также легкий танк, он также 100 левела, он премиумный. А значит, стоит дешевле, обойдется. У него и прочность больше, и бронирование. Смотрите, 180 корпус, 155 башни. То есть он в десятки раз более бронированный, чем RDF LT. Значит, он в десятки раз должен быть, по сути, тяжелее. Потому что он, кстати, и размерами превосходит RDF-очку. RDF это вообще гномик этой игры. Вон, видите, какая черная корова. То есть это о чем должно? Первая моя мысль, что, видимо, машина, которая такая маленькая, тонкая и так мало, ну, должна мало весить, да, а хитрожопая администрация, естественно, ничего по поводу веса машины здесь не указывает. То есть первая моя мысль о том, что машина, наверное, должна носиться просто со скоростью какого-то самолета. Если не реактивного, то хотя бы... А, кстати, почему-то стоимость в голде... 3250, у них, в принципе, здесь одинаковая. Но дело в том, что у поставщика вы коллекционные машины-то не приобретете. Так или иначе, то есть придется покупать электронные издания. Но машины, видимо, то есть это не значит, что если вы приобрели электронное издание и переплатили, что у вас машина-то обязательно мега крутая. Нифига подобного, видите, тут стоимость у них оказывается равная. Ну так вот, я подумал о том, что машина должна просто дико носиться. Вот, но однако смотрим максимальная скорость, вроде да, 64 километра, что уже медленнее, чем у ВФМ, но разгон это вообще 3,9 секунды, то есть на секунду дольше разгоняется до 32 километрах эта машина, при том, что она легче в 10 раз должна быть. Ну, в 10 это я утрирую, конечно, но при желании можете прицепиться к моим словам, но она намного-намного должна быть легче, потому что у нее броня намного-намного тоньше. Вот, урон в минуту у нее, правда, повыше, но сейчас не об этом, а о том, почему же она разгоняется тогда так долго, если она настолько легче. Естественно, что хитрожопые разработчики, опять же, не указывают мощности двигателя в этой игре, то есть, видимо, это все считается какой-то лишней информацией, потому что зачем раздражать людей последующими всякими перебалансировками, что там срезали скорость кому-то, добавили скорость, поэтому здесь, по сути, даже если открыть ветку прокачки танка, у которого несколько двигателей, я ни разу не видел, чтобы скорость менялась от движка топовая, да, меняется только время разгона до 32 километров. Вот, поэтому танк, несмотря что на то, что он такой легенький и маленький, видимо, у него дизельный движок стоит, я не знаю, от какой-нибудь шахи, нет, шаха, они же не дизельные, от какой-нибудь газели, значит, я не знаю, просто почему-то я ожидал, что он будет просто
что он будет настолько реактивный, что для того, чтобы им управлять, танкисту понадобятся права из летной школы какой-нибудь. Однако ничего подобного. Ну, собственно, далее, что из этого следует, что обзор у него такой же, как у всех ЛТ. Разброс, кстати, вот у него. Разброс у него как бы намекает на практически снайперскую стрельбу. По поводу командира танка, я, кстати, лично я командира танка сажаю уже в последнюю очередь после того, как ставлю оборудование, потому что оборудование меняется с затраты денег, а командира танка можно пересадить абсолютно бесплатно. Так что пока можно любого посадить, пусть пока, например, Сабрина посидит, сиденье погреет. Что еще бросилось в глаза о том, что по скорости поворота башни и незаметности танчик тоже угорает в ФМ. Причем вот в плане незаметности очень даже странно, потому что машина меньше. Не совсем это правда. Допустим, хорошо, пушка точная, время прицеливания очень отличное. Пробой у снарядов 312, пробой завезли. У этого 303-го, нифига себе, он с такой мелкой пушки так смачно пробил. 76 мм всего лишь у него ствол, да, а пробитие такое атомное. А у этого снаряда пробиваемость меньше. А урон больше не намного, собственно. Ну и нахрена вообще нужен тот тупоносенький снаряд? Сведем его, его присутствие в боекомплекте к минимуму. Значит, вот здесь урон. Ну, 248 пробиваемость тоже не ахти. Странно, когда включаешь вкладку «Лучший», почему-то бобс куда-то пропадает сразу. Типа он не лучший. Хотя, если посмотреть по пробиваемости и по дамагу, да, тут... А, ну понятно, то есть здесь, видимо, именно только лишь по дамагу и типа боеприпасы сравниваются. Ладно, тогда давай его прибавим обратно. В бою посмотрю уже, как оно что будет. Значит, скорострельный. Сколько выстрелов в минуту делает этот танк? Время перезарядки 3.26. То есть он очень скорострельный. Можно попытаться ему разгонять скорострельность. Хотя я скорострельность советовал бы разгонять на танках челленджеров, чифтонов, которые просто выезжают и стоят лбом к противнику со своей кучей жизни. Да, там скорострельность можно реализовывать, потому что не имеет смысла на этом танке уезжать куда-то обратно в укрытие. Что не скажешь об этом РДФЛ. Т, значит, ну, сюда, как обычно, запчасти, аптечки, все это. Аптечку я ставлю мало, потому что экипаж пока что в игре почти что бессмертен. По поводу оборудования, два универсальных и один под оснащение, но это такая ячейка не самая необходимая. Значит, если у вас уже прокачаны какие-то плюхи на скорострельность, да, вот время перезарядки, допустим, вот это, 6% я могу поставить. Вот максимальный разброс. Жалко, вот это у меня не прокачано. На Ариете прокачивать сразу третьего левела этот казённик. Значит, дамаг разгонять ему я не буду, потому что как-то не очень имеет смысла. 6% скорострельности, если я поставлю, плюс еще 5%, то на 11% он должен будет быстрее шмалять. Вот. Или вот время перезарядки и точность в движении, что, наверное, еще более важнее, потому что это все-таки легкий танк. Вот, для начала хочу попробовать именно такое комбо, да, на время перезарядки. Время перезарядки, прицельно, все, у меня больше, по-моему, ничего нету. Ну, время прицеливания тоже для беспокойной игры очень даже хорошо подходит, если вы много ездите, много ерзаете. Далее, что компьютер... Обзор защиты углов. Обзор 16 метров. Но 16 метров обзора, когда у тебя уже 425 метров есть, это как-то... Не знаю, что-то, по-моему... Или сразу на 20 метров можно повысить биозахват. Бонус экипажа и защита узлов. 5% к перкам экипажа. Это, в принципе, вот неплохо, если бы у меня были сейчас на экипаже перки. Но чисто ввиду того, что это третьего уровня у меня уже прокачано, и менять это оборудование в ближайшее время придется, можно ставить. Обзор, я считаю, что, ну, 425 метров и так за глаза хватает обычно в этой игре, чтобы замечать большинство техники, да, которая в кустах стоит невидимая и не двигается, и не стреляет. Ее, в общем-то, увидеть это оборудование и не поможет так-то, по большому счету. В общем, вот пока что вот так упаковал, да. Кстати, а нет у кого-нибудь, у кого скорость, в смысле, урон при движении 10 времени перезарядки к разбросу?
Вот, кстати, чего нет у Вашингтона, это времени перезарядки, поэтому Сабрина Вашингтон, видимо, сейчас покинет танк. Если уж решил прокачивать время перезарядки, да, вот к разбросу. Но это вообще вот чисто на машины какой-нибудь задней линии. А здесь скорость прицеливания. Но у Мирамона плюс еще дави на газ, очень классный навык, позволяющий более быстро ездить. Ну, в принципе, пока для теста остановимся на Филиппе, наверное. Ну и пора уже затестить тачку в бою. Кстати, одна из причин не ставить оптику на танки-разведчики, потому что большинство команд, действительно, я в этом убедился, они не стоят того, чтобы им светить. Ты светишь им противника, но они ничего не делают. Ты обнаружишь для них врага, но они не приступают к каким-то действиям, да, для его выпиливания. Они продолжают стоять в своих кустах и ждать, когда этот враг сам приедет к ним напрямую наводку, то есть, чтобы по нему влупить. Они, то есть, сами к нему они не поедут выковыривать его из-за камней. Это тактика где-то, наверное, 80% игроков этой игры на данный момент. Особенно днище на БМДшках так играют со своими птурами. Мы ничему не учимся, мы учимся играть только на БМД, только с Птуром, а когда Птуры внезапно на поздних левелах нагибать абсолютно перестают, мы говорим, что игра говно, и уходим. Это конечно, стиль, это, конечно, да, впечатляет. Ну что, на этой карте я уже говорил, что надо ездить по центру. Кстати, хорошо, карта сделана, самолеты вот такие, смотрите, какой... Что-то это что это? Бомбардировщик Белый Лебедь, что ли? Почему это такое? Что-то непривычно видеть такие огромные самолеты, потому что. Я не знаю. Да, на тех самолетах, которые. Я еще в Тундре спрашивал, соответствуют ли там размеры. Говорили, да, да, соответствуют. А там танк и самолет один к одному примерно. В смысле, одного размера. Ну че, куда он делся-то? За фонарем, что ли, спрятался? Эй! Ну чё, подъехать еще поближе, что ли? На свой страх и риск. Ну давай, алюминий. Танк из фольги, давай. Давай. Обнаружил, а он меня нет. Отлично. Это слепой БТшник, но его некому разбирать, потому что никто не стоит вот здесь почему-то. Кто тогда по нему стрелял? Расчисти мне дорогу, я пойду за арту. Отлично. Зато скрысить всегда есть кому. Так, ну что, либо за артой, либо разбирать в тыльца леопард. Я думаю, что на самом деле арту уже дефит. Уже кто-нибудь доразвернулся, поэтому я лучше отвешу пару сочных поджопников здесь. За артой хорошо на джипике летать, на быстром. А, это у него... Вот когда я МБТ вижу через кусты, там трудно понять, где у него перед, где у него задница. Так, ну что, я привлек к себе внимание, это значит, что теперь здесь ловить нечего. Вот теперь за артой. Теперь они будут думать, что я сюда не поехал, что я... Нет, они... Хрен ты их обманешь, ты смотри какие. И у ИТ тоже очень хорошая перезарядка, только у него еще к перезарядке очень хороший дамаг добавлен. Но вот кто-то по засвету все-таки ему кидает... Что не может меня не радовать. Что урон по разведданным пойдет непременно в мой зачет. Опять вывалился. Ну давайте еще кто-нибудь. Дайте ему плюху. Как бы он сюда за мной не приехал. Вот это будет опасно. Это будет по-настоящему опасности. Но пока они что-то не стремятся меня отсюда выпиливать. Можно играть в маневренную войну. Пробили. Бах, пробили. Где там у МБТ баки находятся, а? В заднице же, нет? Пробили. Да, вон он, бак. Есть попадание. Да горишь ты, сволочь. Бля, везучая, а? Вылез так, накидал ему щелбанами своими по 250 дэмэджа. Все, сейчас МБТ опять сюда жало повернул, стоит, смотрит. Но на Центарио я все равно ехать очкую. Что, может, больно дико
Не, МБТ теперь я знаю, он на меня злой, он, наверное, сидит сейчас сюда. Да, если ты не едешь на Центарио, Центарио приедет к тебе сам. Охрененный рикошет. А что происходит? Я что, Центарио в лоб не пробиваю, что ли? 8 хелсов. У меня осталось чисто вот шанс на реванш, который... А пошел ты в жопу. Кто-нибудь, пожалуйста, спасите. Да, тут спасут, ёптать. Приедут и нас ссут. Спасатели, блядь. Нашел тоже Чипа Дейла в команду. Кстати, ворота гнутся. Вот когда сделают возможность заезжать в дыры, которые появляются в стенах этих заводов, можно будет говорить, что у нас есть разрушаемость. Да, конечно, куда его пробивать? Ой, чувак, ну... Ну зачем? Ну зачем ты ко мне лезешь? Я ж тебя не трогаю. Эй, тут танк вообще-то, вы видели? Ха, хрен ты угадал, ёптать, МБТшник. Все, походу, смерть моя пришла. Ай, сука, он меня жирной жопой размазал об этот самолет. Я хотел подлезть, я хотел... Он так отъехал, думал, сейчас я пролезу, еще ствол опущу, ему по сраке накидаю. Нет. У меня было слишком мало жизни, а здесь, видимо, не только таран урон наносит, но и трение друг об друга. А, ну что, 3000 дэмэджа накидано, там еще по разведданным должно что-то упасть. Сейчас посмотрим, как моя команда... Да нет, тут понятно, уже допилят. У них что там, 4 человека, из 2 из них арта. А, и Центарио там мой любимый где-то. Кентауро, Кентауро. Не знаю, почему его Центарио называют. Центауро. Потому что я, в моем подсознании засел танк Центурион, наверное. Вот танк Кентавр, это как-то вообще странно. Это должна быть какая-то крайняя слазадая машина, чтобы ее так назвали. Да, в принципе, команда уже профессионально действовала. Практически с 2 АФКшниками победили. Ник такой у чувака. Армата. Что-то как оригинально. Особенно в контексте этой игры, где это написано крупными буквами. Сейчас поглядим, что там по бабулесам привозит этот. Но, в принципе, машина с башней. Даже учитывая, что у нее так мало брони. Да даже если бы она была из досок сколочена, это все равно на ней играть удобнее, чем на Тайфуне. Баблинского 236 тысяч, но сейчас никакие бонусы не активны, сейчас никаких плюшек нету. 6 тысяч, разведанные 600. Ну там было немножко неудобно людям стрелять туда, где я стоял, туда, где я высвечивал их, но кто-то все-таки по разведанным что-то кинул. Ну пойдет так для первого захода. Что тут у нас? Так, ускорение на бездорожье хорошо, но не очень. Скорость поворота, спасибо, нет. Урону от тарана, да, да. Урону от тарана на танке, у которого 10 миллиметров брони. Эффект 20, точность стрельбы на ходу. Вот это, наверное, наш выбор. Господи, это что? Это не грозят? Да вы издеваетесь. Джошуа Коте. Коте, Коте. Я бы поставил какую-нибудь тёлку, но не хочу, чтобы ее звали Джошуа Коте. Валуева поставлю. А это этот дед, который блёсна делал в фильме «Горько», ё-моё, он судя по очкам. Так, чего тут есть? Навык наводчика. А, здесь нету заряжающего, да, с навыком на скорость перезарядки. Вот это отстойно. Я думал, что если его нету в экипаже, то кто-то должен взять его навык на себя, но, видимо, здесь стоит автомат заряжания, видимо, считается, что... Хотя в 72-ке тоже вроде автомат заряжания должен быть, как и позднее, а там... А, тут тоже нет такого. Да-да-да. Опять он. Ты что, меня преследуешь-то? Ёму в ангаре. Так, чё тут, ладно, чё тут взять-то? К скорости прицеливания. У меня и так уже скорость прицеливания атомная должна быть. Чуть больше секунды. А так будет вообще максимальный разброс, максимальная точность. Давай к максимальной точности, наверное, чтобы выцеливать всякие микро
микродамажные места. Хотя на этом уровне ничего выцеливать, в общем-то, не надо. Ты либо стреляешь. Причем издалека здесь война идет. Редко на этом танке. Что-то я вот, наверное, зря сейчас взял вот этот перк, да? Какая в жопу разница? Реактор. Вот на реакторе действительно я, кроме как на ОБТ, на чем-то другом играю крайне редко. Ну, на арте, ясно, святое дело, что наваливаю тут от души, а вот на всяких ЛТшках тут что-то у меня даже идей-то... Ну, понятно, я знаю, где... Я помню, где стоят вражеские ЛТ обычно, когда они мне в корму накидывают, когда я еду направо. Так, давай-ка нахрен. Турбину. А, целую минуту перезаряжается ускорение на этом танке. Я бы вот на месте разработчиков, кстати, с вот этими перками еще подумал и сделал разную скорость перезарядки у танков, потому что, ну... Как бы на этом танке и так движок какой-то подозрительный, да, что он такую легкую машину еле-еле разгоняет. Может быть, хотя бы пусть у него перк там перезаряжается на секунд на 10, на 15 бободре. Опа. Опачки. Мне какими-то трассерами обстреливают. Как он меня высветил, что-то не понял. Вот этот человек, видимо, который поставил себе оптику 3-го левела. Ай-яй-яй-яй. Я успел по силуэту понять, что он целит в меня. Понимаю я обычно правильно. Эй. Обломный досадный рикошет. Ну что, кто-нибудь их будет там отвлекать-то, ёптать? Или что? Я бы хотел... по Брэдли накинуть, честно говоря. Ой, а чё, его пробил? Под углом даже? Так, птур. 100% летит он слева. А, там, так, опять. Кентаврий. Так, а если я здесь за домик подъеду. Я успел. Вот в натуре танк медленный. Вот если бы он быстрее свою жопу таскал, он был бы намного приятней. Так. 72-ка. И важно, вот играю на ЛТ, я всегда сканирую местность и бой на предмет того, к кому можно подкрасться сзади и вдуть. XM1. Вот смотрите, где жизни у врага отлетают, значит, он, скорее всего, уже в бою завяз с кем-то. А чё? Нет пробития, а ствол повернул. Чё, в пушку попал, что ли? Ну вот чё за рикошет? Вот как? Ну посмотрите, ну он квадратный, как холодильник, ёптать. Опять рикошет. Вы чё, меня дрочите, что ли? Как так-то? Нет эффекта. Вы посмотрите, что делается. Брэдли не пробить. Охренеть. Вот что это сейчас было, я не понял. Я не понял, что сделать Борис? Борис. Так, а вот теперь 72-ку можно разобрать, но там его кроет кентавр и пулеметная какая-то хренотень. ВБЛ-чика какая-то, нет? Ага, БМП-3. Ну правильно, кому же еще там стоять? Так, форсируем движок, чтобы по-быстрому... О, блядь. Вот кого я тут не ожидал, сука, встретить, так это вот тебя. Ослиная ты запчасть известная. Я вообще не знаю, зачем он на ЛТ туда поехал. Нагибы мои там никогда не было на его месте. Потому что... Ну, то я, что я вообще знаю об этой жизни, да? Но, ну вот, 72 ушла. Пойду хоть кореша своего на ЛТшке-то добью. А там он и леопарда задница. Надо что-то... А, дай-ка кумулятивами может попробовать, а? С такой перезарядкой камули, если будут его протыкать, я думаю, он быстро отъедет. А он еще и куда-то сдриснул. Подкрадываюсь к леопарду, но я уже был замечен. Да как? Ну как его скрысили-то? Есть попадание. Так, хорошо, что я успел на ББшку обратно перейти, потому что в борта, я так понимаю, кумулятивами его уже я не пробью. Так, надо разгон. По-быстрому, пока не забрали его.
Надо настрелять успеть, что-то у меня тут подлагивает, кстати. Вообще дико 30 фпсов просадка. Мне так нравится эта волна, которая после выстрела от танка расходит. У нее деревья качает, кусты. Подожди-ка, чувак. Бам, лещами. Ой, я представляю, как у него, наверное, пердак бомбит. Ну кто? Ну, блин. Что-то я забыл включить камули. Да, пофигу. Так пойдет. О, еще и поблагодарили. Ну, сначала фраг скрысили, потом поблагодарили. Так точно, братан. Не бзде. ЛТшка прикроет. Вот, на ЛТхах главное, вот мне нравится маневрировать. На больших картах, вот где есть маневр. На предгорьях, допустим, хрен поманеврируешь. Там просто негде. А здесь... А, и вот остались защитники дамбы. Вот как обычно, вот когда команда сливается, защитники дамбы всегда остаются. Причем, особенно если их там много было. Дамба, понимаете, это такое место, куда не имеет смысла ехать толпой. Там можно вдвоем держать кучу танков, а в конце просто своими телами еще и мост перекрыть, чтобы они не проехали. Это вообще... Я думаю, что на клан варах, когда они здесь появятся, это будет тактика номер один, двумя трупами перекрывать дамбу. Просто, если вообще это надо будет делать, если туда вообще будет кто-то ездить, потому что, мне кажется, по центру здесь... Так. Фугасы, надеюсь, там никто при моем виде не врубит. Я думаю, что немногие знают о том, что у этого танка, у моего бронирования такое донное. Немногие догадываются переключаться на фугас. Потому что не у многих этот танк есть, он же в коллекционном издании. Отлично. Я рад, что ты нашелся, в кого выстрелить, да? Ай-яй-яй-яй, блядь. Хана мне. Еще и свои помогают. Отлично. Так, он сюда смотрит. Пошел ты в жопу. А, ПТУР. Ну да, ПТУРомет надо сразу врубать. В любой непонятной ситуации херач ПТУРами. Цель горит. Да, кто его поджег? Я, гори, гори. Заживо сгори. Нет, он не сгорел. Ну чё за фигня? Да, ну 3000 домой. Ну такая, конечно, слушайте, на самом деле беспокойная, очень, очень беспокойная игра на этой машинке. Нервная, я бы сказал. Но активная. Ну, естественно, россыпь медалей. Опять на мой мундир разведданные два косаря. Вдобавок к своему дамагу в 2800, да? Ну вот, смотрите-ка. И по дамагу чуть-чуть опередил МБТ-ху. И по, ну, по опыту его вообще делал на пятихаточку. Благодаря разведданным. Ну, вот такие плюхи вывозит Филипп Хольцкау. Хольцклау. Если фин, что ли? На этой машинке. А это еще два перка экипажа, ну, можно будет попозже добавить, то есть машина станет еще более немного крута в плане, допустим, сведения того же. Да, но при этом от нее, конечно, нет такого ощущения, как от ВФМ-ки, когда я на нее сел, да, что прям с нее слезать было неохотно. В основном, наверное, все-таки потому, что у нее ствол какой-то подозрительный, он как-то в лоб мало кого здесь пробивает, мне так кажется. Так, что у меня тут на веселой ферме? Штаб хочу. Так, ну что, еще разан? Что ли? Снова реактор. О, я в топе впервые. Впервые люто в топе, но... Мне кажется, что... А, у них два шестых левела. И причем у них тачки-то покруче. Мне кажется, что вот этот вот... РДФЛТ, это скорее... Херак тараном полтинник. Нанесенный урон. Причем почему вот я ему сейчас нанес больше, чем он мне. У меня машина, по-моему, в два раза легче, если не больше. Вот, мне кажется, что этот РДФ, это скорее машина пятого левела, да? Она как шестерка в топе. Это не особо такой мощный плюс для команды. Так, у нас, в принципе, дохрена ОБТ. Три Чифа, три Леопарда, три 72-ки. А у них вообще 72. Дохренище. Вот у нас дохрена, у них дохренище. Вон, видите, куда едут эти? Бульдозер и ФВ. Вон они стоят вот здесь на склоне и ждут засветить тех, кто поедет вот здесь. Вот. Поэтому многие на хай-левелах там уже понизу ездят. На таких, на медленных. Челленджеры там всякие.
Опять поехали на дамбу толпой. Это слив. Вот этот бой будет сливной. Я уже говорю, что вот минута боя прошла. Пятеро наших ОБТ едут на дамбу. И они там будут что делать? Они там будут стоять и дрочить. Вот. Нас всех убьют, и они будут живы. А потом и за ними приедут. И покарают их в задницу. Без вазелина. За то, что они такие, сука, бестолковые люди. Понимаете, что если вы едете толпой на дамбу, вы должны ее давить. Но вы, сука, ее давить ее там не будете, потому что вы все ссыкуны. Хорошо было бы, если бы арта туда дымов накидывала, да, но арты у нас вообще сейчас в этом бою нету. Вот в дыму от арты там можно было бы форсировать эту дамбу каким-либо образом. Причем каким-либо, просто дыма накидал и едешь. По вам не стреляют там. Ой, а у них там тоже толпа не маленькая, в принципе, стоит сейчас. У кого там народу больше, те и проиграют. Как вот определить исход боя на карте реактора? У кого больше народу поехало на дамбу, те и просрут. Я сколько играл, честно, на этой карте видел один раз всего лишь, что команда реально толпой огромной. Это было в первые дни после появления этой карты. Что реально огромной толпой поехали по дамбе, прорвали ее, вышли в тыл противнику и решили исход боя. В остальные все разы ничего подобного там не происходит. Бодрая танковая стояла. Ну и чиф там на базе, конечно, это вообще радует. Картошкины дети танкуют на плотине. Эй, где-то я слышал фразу про картошкиных детей. Кто бы... даже не знаю, кто же так сказал. Не знаю, я, например. Ой, а может я был не первый? Или не единственный? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, нихера себе. Чё-то я не ожидал, что мне БМП-ха так навалит. Смотрите, она мне сколько снесла, косарь. Охренеть. Это был нежданчик. Я чё-то не привык к тому, что меня вот это вот мелкопушечное братье пробивает. Слушайте, как лагать стало на этой карте, чё за дела? Что вот вообще прям каждым выстрелом пробивает, это прям дико. Пробитие. Определяются. Есть попадание. Ай, опять какая-то хрень. Ну я так вылез, дерзко дал две плюхи. А теперь надо сваливать отсюда нахер. Потому что я шотный. Оу. 36 кадров. Теперь и реактор пополнил список карт с просадками FPS. Вроде ничего не изменилось. Так, я вижу лазейку прямо по центру карты, да, но куда ехать-то, если арты нету? Вот с таким видом, кстати, просадка вроде меньше даже. А вот с таким больше, а вот с таким меньше. Причем в 20 кадров разница. А может, он что-то лагает? На меня торрент вроде вырубил. Может, антивирус только обновляется, только если. Но он обычно у меня обновляется где-то в районе 11 часов вечера. Так, ну чё, я в тылу. Да сволочь везучая, что ж такое-то залагало. Ну и пошла ты. Да, вот два стада продолжают битву на дамбе. Рикошет. Дымы, а дымов-то нету. Отлично. Я жопой нашел камень и сдох. Это подвело. Ну ладно. Один бой из трех можно и подслиться немножко. В принципе, что... Да, были бы дымы, было бы, конечно, получше. Но, блин, зря я на эту БМПшку полез. Но, типа, поучительно, будете знать. Будете играть на этом алюминиевом... алюминиевом, даже не знаю, так как хочется сказать, корыте. Никогда не выезжайте бодаться с этими мелкокалиберными полупулеметными автопушечными машинами. Вообще проигрышный вариант. Здесь вообще на этом алюминиевом танке с кем-то бодаться вообще вариант отстойный. Чисто вот объездные маневры обходные, чтобы в тылы. Продолжается жаркая битва за дамбу. Что у нас там? У нас уже там... А, у нас потерь нету.
Да и у них нет потери. Вот, бля, весело им там. Бля, никогда не едьте на дамбу, пожалуйста. Никогда не едьте. Вообще, бросайте ее нахрен. Пусть ее лучше враг продавит. Но вы за это время вынесете вообще все живое вот там. На этом острове, блин. Ну что это такое? Ну господи, ну зачем? Бля, надо отдельное видео, короче, писать. Вот как и написал, не бросайте центр на карте воздушная тревога. Теперь надо писать видео, не едьте на дамбу на реакторе. Потому что это просто жопа. Она еще багованная такая, слегонца. Вот над этими... Над этим каменным парапетом, что ли. А над ним снаряды, если... Короче, если танк выше и может стрелять, снаряды по врагу все равно урона не наносят. Надо стрелять вот в эти дыры, которые там в нем есть. Блять, вот им самим интересно вот там вот сражаться. Вот как им вообще? Как они оценивают вот этот вот экшен с вот этой перестрелки? Я не понимаю. Я сюда ездил ровно три раза, когда я... Первый раз, когда я впервые оказался на этой карте, я один раз сюда поехал. Второй раз я, когда пытался танковать здесь на Чифтоне, третий раз я танковал здесь на Челленджере. Оба раза танкования мои были, естественно, остановлены, да, потому что загуслили где-то на середине этого моста, на середине этой дамбы, ну и разобрали медленно и планомерно. То есть продавить ее практически невозможно. Учитывая концентрацию врагов, которая обычно здесь стоит. Ну вот, сейчас посмотрим, чем у этих пацанов дело кончится. Ну, их уже сзади обошли, они сюда, в общем-то, и не смотрят. И то, смотрите, бам. Как удобно оттуда 72-ка шкеляет. Ее там даже не видно, она стреляет. То есть дамбу, ее слишком легко удерживать и слишком сложно давить, да, вот эти дыры, вот ладно, мы их здесь еще не было, но они здесь есть. И поэтому еще вот оттуда, с базы, которые вот на D4, на D5, вот там постоянно крутятся какие-то БМДшки, ну, что я объясняю. Они оттуда кидают и ктуры, и снаряды, и попадают вот в эти дыры, где снаряды пролетают нормально. Наш Урал, я не знаю, это бот, наверное. Я просто офигеваю, как он... Ему вообще насрать, что ему целится в корму. В борта. Он стоит, что-то целится куда-то. Ну, я понимаю, что, наверное, спустя 9 минут такого дьявольского экшена, сражения на дамбе, ему все уже сочертело. О, боже ты мой, да. Впечатляет. Причем... В этом бою даже никто по моим разведданным не стрелял. Что особенно радует. Ну да, бой был говно. Что как бы доказывает, что я типа это сливные бои тоже выкладываю. Вот. Хотя редко. Ладно, короче, понятно. В принципе, машина... Бумажный танчик РДФЛТ, я не знаю. А по мне так, в принципе... ВФМ круче. ВФМ круче и обходится дешевле. Хотя он более косой, но он намного более живучий, бронированный, рикошетный. На нем не так сыкотно играть, да. Его пулеметные вот эти машинки так яростно не разбирают. И денег он нормально вывозит. И при этом у него пушка, она даже подамажнее будет, нет? Странно вот, что у него пробиваемость 303 мм, а здесь... 312 миллиметров, да, урон у него больше, но по мне, по ощущениям, по моим ощущениям, пушка ВФМа пробивает врагов лучше, я не знаю. Не знаю почему, но вот реально, хотя бы МБТ в нижний лист я пробивал из ВФМа, а здесь, ну, может, я просто здесь не попадал в точку G в какую-то специальную, я не знаю, но, короче, как-то вот так, поэтому, учитывая, что ВФМ обойдется вам дешевле в 10 раз, или во сколько там. Этот танчик 200 рублей, да, этот, сколько там, это издание стоит что-то около 1800, что ли. Ну, можете сами посчитать, короче. По мне так, что РДФ, это что Тайфун, апать, апать и еще раз апать. Кстати, вот интересно, а в плане заметности какая машина более незаметна? Тайфун со своим бонусом или РДФ? Незаметность 0.35, незаметность 0.25. Тайфун более незаметен, да, потому что чем больше параметр незаметности, тем лучше. Тайфун более незаметен, хотя он, бля, в два раза больше по габаритам.
черту логику. Все, пишите, жмите.